Кислотного маньяка задержали в Буденновске. Год назад он изуродовал троих школьниц, плеснул им кислотой в лицо. Как выяснили следователи, первую жертву он облил у входа в парк. Затем сел на велосипед и повторил то же самое еще с двумя девушками, которые переходили дорогу. Найти злоумышленника было сложно. Никто не видел его лица. Он скрыл его под медицинской маской. Алиса Вартазарян знает детали этого громкого дела. Это был обычный пятничный вечер. Подруги гуляли по центру Буденновска, сплетничали об одноклассниках, хвастались хорошими годовыми оценками в школе и делились планами на будущее. Ничего не предвещало беды. На улице начало темнеть, и девушки решили вернуться домой. На светофоре загорелся зеленый свет. Они ступили на пешеходный переход, сделали пару шагов, и вдруг с ними поравнялся молодой человек на велосипеде. На нем была медицинская маска. Не сказав ни слова, он плеснул подросткам в лицо кислотой. Продавец магазина Наталья Козлова стала первой, кто пришел на помощь пострадавшим. Слышу, подростки кричат, девочка, больно, горит, все щипит там. Я же вышла, она стоит вся облитая, левая сторона у нее облита цветом таким коричневым. Воды, я говорю, ну воды тут не обойдемся, говорю, давай проходи подсобку, пойдем, говорю, я тебя это под краном обмою тогда. Завела под кран, начала ее обмывать, у нее и волосы горячие, и футболка вся аж на спине начала разлазиться, кусками все отпадать. Это все отмыли у нее. Смотрю, тут уже волдыри пошли по руке у нее. На лицо немножко попало. Продавец вышла на улицу и сразу же вызвала скорую. Девочек с сильными ожогами доставили в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Во время расследования выяснилось, что школьницы не первые жертвы кислотного маньяка. Несколькими днями ранее человек в точно такой же маске напал на еще одну 15-летнюю девочку. Он подкараулил ее на входе в парк и спросил, есть ли деньги. Девушка отрицательно покачала головой, и кислота тут же полетела ей в лицо и на руку. Узнав о случившемся, жители Буденновска не на шутку испугались. Страшно, конечно. Да. Опасаемся. Ну, нельзя терять бдительность. Вот железно. Какое устройство, что нашлось, то взяли и пошли, потому что в магазин ходить надо. Местные жители долго гадали, что могло стать причиной такого поведения. Одни ссылались на психическое заболевание преступника, другие – на душевную травму из-за неразделенной любви. Не знаю, я все по-разному говорю. Кто его знает? Может, наркоман? Может, что у него там перемкнуло, может быть? Знаете, может быть, девушка его бросила, мстит, и ну, так разговоры идут между ними, и все. Так ничего больше не могу вам сказать. И никто ничего не знал. Никто не видел его лица, не понимал мотивов. Было известно лишь, что это молодой мужчина среднего роста, который ездил на велосипеде старой модели. И все. Но стражам закона удалось поймать кислотного маньяка. Задержанный 19-летний студент медколледжа. На его поиски ушло больше года. Для проверки на причастность к преступлениям были отобраны образцы ДНК у более чем 2000 человек из города Буденновска и Буденновского района, в том числе подпадавших под основные характеристики предполагаемого подозреваемого. При этом именно образцы задержанного совпали с обнаруженными на банке из-под кислоты, изъятой в ходе осмотра места происшествия. Юноша признался в преступлении и даже объяснил, почему решил изуродовать школьниц. Оказалось, что причиной стала, как он сам говорит, депрессия. Не складывались отношения с друзьями, не было девушки, родители его не понимали, учиться не получалось. И парень решил выместить накопившуюся злобу. В связи с этим следствие в ближайшее время решит вопрос о назначении молодому человеку психолого-психиатрической экспертизы. Кислотному маньяку грозит до 5 лет лишения свободы. Что касается девочек, то итальянские врачи помогли им восстановить здоровье и внешность. С такой просьбой к послу Италии обратился губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Алиса Вартазарян, Ставропольское телевидение.